Ну что, здорово, молодой, с тобой, как обычно, Паша Клейнс, вот. Эх, мне вот буквально 3 дня, как 30 лет исполнилось, и мне уже зуб нужно удалять, он там вообще, ему все очень плохо и так далее, это просто жесть какая-то, но ничего страшного. К чему я это все говорю? Я вообще-то с другими немножечко новостями. Да прекрати, блин, поворачиваться так. Короче, я сейчас что хочу сделать? Я бы хотел купить, короче, хату. Вот, собака. Вот, хотел бы, короче, купить хату для чего? Для того, чтобы немножечко обзорчик, короче говоря, сделать на нее, что она, в принципе, себя представляет, там вот это вот все. Соответственно, хотел бы сейчас это прямо сделать. И вообще, я бы хотел взять самую дешевую квартиру, какая есть, и, ты знаешь, я бы сделал обзорчики на просто каждую из них, и все. Я, к слову, хочу хавать, судя по всему. Это, конечно, такое себе, ну ладно. Так, ну что ты, поворачивай, спасибо. Вот, как ты помнишь, подожди, насчет, как ты помнишь, сори, я еще чуть-чуть, это самое, сонный, чуть нервный, потому что завтра удалять зуб, сегодня я его пытался там чинить, что-то с ним делать. Что я тебе хочу сказать? Я играю в матрешка РП на 5-м сервачке, и если что, просто держу тебя, что называется, в курсе. Вот. Помимо всего прочего, ты тоже можешь начать играть в матрешку РП. Все, что тебе для этого нужно сделать, это найти игру, получается, в App Store, если у тебя iPhone, или в RuStore, или Google Play Market, если у тебя непосредственно Android, короче, телефон. И что мы сегодня сделаем? Мы сегодня купим квартирку самого низшего класса, которая, в принципе, ну, есть тут, имеется, что называется. А вообще, ты знаешь, я бы взял даже, наверное, не там, куда я поехал, а вот даже можно ездить. Ну, хотя, ладно, на это самое. В конце концов, я уже к этой локации привык. Каждый раз, когда я заходил, я был именно непосредственно там. Соответственно, мы сейчас вот это все и сделаем. В следующих сериях я бы открыл по штук 10, 15, 20, может быть, новых кейсов. Вот. Получается, на каждые кейсы по серии, грубо говоря, для того, чтобы тебе было удобнее их смотреть. Так, ладно, двигатель выключаем, из мачина выходим и идем в самый первый подъезд заниматься всей вот этой вот суетой. Судя по всему, это один этаж, два, трехэтажное, что ли, здание или нет, непонятно, ну ладно. Сейчас узнаем, что называется. Сойти в подъезд, и вот, собственно говоря, вот эта вот обшарпанная чуткая история. В конце концов, это самый низкий класс квартир, которые имеются. Сейчас еще тут пол прогрузится. Вот так вот это все дело, ну, выглядит. Я это все показывал уже в обзоре. Но, тем не менее, сейчас немножечко поближе, короче, я тебе это все дело показываю. И мы сразу же с тобой сейчас где-нибудь здесь возьмем квартирку. Так, здесь уже купили квартирку, я все понял. Так, быть может, во, тут, в принципе, есть хаты, которые еще не купили. Я бы хотел их все глянуть, ну, чтобы убедиться, что, типа, да, это одинаковые квартиры. Так, тут должен Арни быть, да, вот он, Арнольд Шварценеггер на месте. И, соответственно, вот этот огромный телек, короче, 5-10. С этим все понятно, выходим из квартирки. Так, и давай еще зайдем вот сюда и посмотрим, что у нас здесь. Можно я зайду, пожалуйста? Алло. О, спасибо. Так, предпросмотр. Да, здесь все абсолютно то же самое. То есть мы с тобой видим, что здесь первоначальные интерьерчики, с которыми и так, что называется, все понятно. Но здесь еще две хаты выкуплены. Мне вот интересно, делали ли они какие-то улучшения или нет. Но, судя по всему, этого я проверить не смогу по той причине, что они позакрывали свои хаты. Но я бы, на самом деле, хату тоже закрыл. Ну, ладно. Тем не менее, тем не более, давай я возьму квартирку, допустим, вот здесь. Я просто-напросто покупаю. Да, конечно, хочу купить квартиру. Так, я ее закрываю. А, вот оно что. Понял, хорошо. Так, ну что же. И это вот теперь, в принципе, моя квартира. То есть, грубо говоря, я купил свою, не знаю, это не первая, конечно, да, квартира. К слову говоря, я бы хотел покушать. Можно я покушаю, пожалуйста? И, в принципе, ты знаешь, мы уже смотрели с тобой на вот эту вот квартирку. Так, я бы хотел покушать. Можно я покушаю, пожалуйста? У меня тут что-то было покушать. Вот оно, покушать. Вот это вот я беру и использовать, кушаю. Это как раз-таки большая шаурма плюс 50%. Но это... супер просто, на самом деле. Но что-то я не вижу, чтобы я холодильник тут мог, допустим, использовать, прочее. Но мне, скорее всего, для этого нужно улучшалочку, да, какую-нибудь взять или что-то в этом промежутке. Я бы, на самом деле, сильно не задерживался именно на этой квартире, но я бы хотел посмотреть, как она будет выглядеть, когда она, ну, типа, жестко прокачанная будет, прочее. Так, взаимодействовать мне как со всей вот этой вот историей. О, кстати, контейнер опять. Флац, да, скорее всего. Нет, это не то пальто, значит, это не флац, значит... Вот так вот. Вот оно теперь это, как все дело выглядит, нифига себе. Так, у нас тут получается, ну, вся информация есть. У меня там первая квартира, все такое, оплачено до 20 июля. Можно сделать ремонт и можно сделать улучшение. Что по улучшениям? Аптечка 12 тысяч, шкаф 36 тысяч, автоматические двери. Тут есть холодильник, сейф, парковка даже есть. Что, серьезно? Это так работает, что ли? Так, квартиранство недоступно, потому что, так, ну... Почему-то, короче, нету его. Я не занимался там на фоне, а то он может, блин. Так, семья, компьютер дает возможность использовать ПК, но это для среднего класса. То есть получается, что
в низшем классе, в низшем, боже, ну, короче, в низком классе у нас доступны вот эти вот истории Сойка, к сожалению, нету автоматических дверей, и к тому же, окей, зато есть холодос, сейф, короче, парковка, а вот для высокого класса, только для высокого класса есть вот это вот, короче, и история, ну, что, типа, кого-то к себе подселять, еще есть пониженное налогообложение, но с ним и так все понятно, вот, ну, ладно, я думаю, что я уже в любом случае взял эту хату, ну-ка, а если я продам, то сколько она будет стоить, интересно. Выбери, кому хочешь. Но я выбрал, но я бы не хотел. Ладно, короче, скорее всего, она будет сотку типа стоить вот в этом промежутке. Но при всем при этом мы еще и вполне можем с тобой сделать ремонтик. То есть мы вот так вот берем, тут есть базовый ремонт, есть улучшенный ремонт, и все. И в принципе это все. И он стоит всего лишь сотку. Типа всего лишь сотку. И давай мы с тобой как бы глянем, как все было. Так я сделаю вид от первого лица, собственно говоря. И мы вот так вот немножечко пройдемся. В Арни... туалет, вот это вот, я не знаю, что это, бойлер, не бойлер, все такое. Соответственно, вот сюда мы смотрим, здесь вот первая комнатка, да, вот так вот выглядит. Тут у нас кухня, достаточно старенькая немножечко, да, как бы такая а-ля советская, совковая, я не знаю, как это правильно называется. Здесь вот эта вот история всякая. Ну, короче, это чисто квартира, которая осталась после бабушки, там, знаешь. Вот, ну, все, как говорится, понятно. А теперь мы берем, мы прописываем флэтс, и, соответственно, что мы с тобой видим? Мы видим, что можно сделать ремонтик, мы его с тобой делаем. И он стоит всего лишь 100 тысяч рублей. Но это просто халява, я не знаю. Мы покупаем этот ремонт, мы отсюда... А, ну и все. Отсюда даже выходить не нужно. И это ровно тот же самый ремонт, который здесь был до этого. То есть я жил в этом же самом доме, примерно в этой же самой квартире. Да, там был подъезд другой. И в принципе хата ровно такая же, которая была раньше в экономе. Вот и все. Но при всем при этом она гораздо приятнее выглядит. Она побольше, так сказать, ремонтик здесь посовременнее, да, чуть-чуть. Но тем не менее, все равно как бы это все еще низший класс, с которым ты особо ничего, как говорится, не сделаешь. Вот. Что касаемо приколов, которые тебе дает эта квартира. Мы заходим во флатс, мы заходим в улучшение. Мы здесь можем взять аптечку, мы здесь можем еще и шкаф, да, взять как бы холодильничек. Сейфик можно сделать до 5 миллионов рублей, в котором хранить можно. Ну, хорошая сумма. У меня сейчас 30 лямов. Поднял в казике, кстати. Так, есть парковка также, которая здесь тоже может быть. Появляется возможность выгружать транспорт. Это очень хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Пониженное налогообложение и, в принципе, все. Вот, но при этом только со среднего класса у нас тут домашнее лечение. То есть тебя кто-то где-то зафигачил в городе, и ты бац, просто появился на хате, и все, и гуд. Такая же и история с компьютером, ну, хотя я ни разу, по-моему, не пользовался в матрешка RP-компом, ну, как бы, вот сейчас, типа, ну, пользуюсь, когда ролик записываю, и все. Ладно, доступно после квартиранства, это у нас семья и квартиранство, то есть вот это вот, две вот этих вот штуки, они для высокого класса. Так, еще для среднего автоматические двери. Ну, и в принципе все. Ну, теперь это все понятно, в принципе. Я, скорее всего, в следующей бы серии, ты знаешь, что сделал? Я бы прокачал квартирку, которая, ну, среднего класса, потому что мне интересно на самом деле, как бы это все дело выглядело. Если бы тебе тоже это было интересно, то ставь лайкосики, подписывайся на канал. На этом я буду заканчивать обзор именно квартиры низкого класса. Улучшения я здесь покупать не буду, потому что я не вижу в этом смысла. Мы, в принципе, уже видели, что это с собой такое. Это холодос и всякие прикольчики, да, вот такие. Лучше в следующей серии я куплю квартиру среднего класса, и мы посмотрим, какие у нее ремонты там есть и прочие такие 5-10 штуки. Все, увидимся в следующей серии. Очень коротко я знаю, что получилось, как бы. Давай сделаем так. В следующей серии я открою новые кейсы, а вот после нее мы уже поговорим про квартиры среднего класса. Вот, все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Увидимся. Пока. FD.